Iya. Блин на масле, как это вкусно, со сковородки да на тарелку. Блин с повидлом, да со сметанкой, на свете нету еды вкуснее. Мы возьмем муку и яйца, на плите шкварчит сковородка, в холодильнике стоят икра, селедочка и водка. Это самый вкусный праздник, мы его встречаем по-русски. Ну а что касается блинов, то лучше нет закуски. Блин, блин, блин с икорочкой, ой-ой, как это вкусно. Тому, кто съест 15 штук, говорят, не будет грустно. Блин, блин, блин с селедочкой, ой-ой, весьма бюджетно. И целый день жевать блины вкуснее нет сюжета. Блин, блин, блин с вареньем ем, 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 а мне все мало. Блинов примерно с килограмм, в меня уже упало.